Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Валда, и мы продолжаем прохождение, точнее, летсплей, просто, наверное, а не прохождение, по игре GTA, мать ее, онлайн. Нам тут же прислали задание, не знаю, можно ли попасть на него, давайте попробуем, если не заблокировано, потому что это подготовительное задание вообще, по идее, для ограбления, а я в ограбление пока что не должен допускаться, потому что у меня уровень меньше, но, однако, нас куда-то перемещает, может быть, в этот раз нам повезет, и мы сможем поучаствовать в эпичном задании. Давайте посмотрим, так ли это будет. Или не так. Я так понимаю, нам пока вот квартиру чувака, точнее дом, где расположена его квартира. Оружие, особый карабин. Дробовик, обрез, неконтактная мина, нож, пистолет, микро-ПП. Особый карабин, конечно же. Так, бронежилет. Мы получили приглашение в тусовку. Не, спасибо. От Лукапра. Я понимаю, что он здесь, он хост. Просто на добавление в друзья. В общем, круто. Куча всего интересного, но... Так, ну все, в общем-то, я готов, короче, получается. Тусовка просто, наверное, не имеет смысла никакого вступать. Сообщение от Лупакабра. Давайте почитаем, что пишет. Плиз, зайди. Куда, блин, зайти? У меня нет гарнитуры, мне впадло и подключать, но слышать ваши голоса тоже не очень хочется. Так что давайте просто поехали. Без тусовки, без всякой. Ну... 70-й, 30-й, 39-й. Конечно, жестко такие ребята, я тут, блин. Такой неудачник. А, надо было выбор нажать, черт. Что же я сделал-то не то? Сижу, жду, блин, пока начнется игра, а сам выбор не нажал. Надо было подтвердить свой выбор. Ну ладно, ничего страшного, запуск сессии пошел, самое главное. Угоните с аэродрома Маккензи самолет, на котором Вагасы доставляет контрабанду. Он нужен вам, чтобы вывести беглеца. Команда, наземная группа или пилот? Нет, я буду наземной группой, пожалуй. Стиль. Уличный боевой, легкий боец, уличный боевой. Одежда наемник, обстрел, задира, стрелок. Наемник. Стиль масок, камуфляж для психов, уличные банданы, дизайнер. Да ладно, оставлю, наверное, этот самый камуфляж. Блин, прикольно. Готов к игре. Те двое, правда, еще не готовы, но это, в принципе, и не важно. Блин, ну это круто реально, вот ограбление на самом деле, это вот офигенно, то, что нужно. Эти миссии, они очень эпичные. Они все стоят из нескольких этапов. То есть сначала подготовительный этап, где мы там добываем нужный транспорт, например, самолет в этот раз, да, и всякую фигню, там, оружие и так далее. А потом уже, собственно, участвуем непосредственно в самом ограблении. Такие крутые чуваки. Я такой просто лошок, кстати, в шортиках. Забавно. Подготовительное задание. Побег из тюрьмы. Офигительно. Ну погнали, пацаны. Чувствую я, будет реально эпично и весело. Неплохая такая тачка у чувака, видно, что она же вбухла, у него какое-то количество бабла. Итак, вы полетите на самолете, он на аэродроме Маккензи, вопрос с логистикой пока не решен. Сами решайте, как туда попасть, но возьмите с собой побольше боеприпасов, броню и, может, даже взрывчатку. Там будет жарковато. Как я уже говорил, аэродром контролирует Вагасы. На этом самолете они перевозят наркоту через границу по воздуху. Это значит, что он уже оборудован для вывоза рожковские страны, ограниченная видимость на радаре, правдоподобное прикрытие. Все отлично. И пусть на ваше решение не влияет тот факт, что там вас ждет целая трава разъяренных ребят. Или наоборот. Добраться до аэродрома. Это с нами Гэл Лестер. О, нифига, смотрите, тачка прилетела. Забавно. Нормальный там ее колбасит. А, вот, Лестера многие знают по прохождению одиночному GTA 5. Там он, собственно, один из ключевых персонажей, который как раз и давал эти ограбления. И здесь разработчики решили его уже оставить, собственно, потому что он всем знаком. Еще информация о Вагасах. Так, где же этот файл? Так, глобальная интернациональная децентрализированная преступная сеть. X — главная сфера деятельности, транспортировка наркотиков. Но недавно они занялись еще и крупным оптом. Розничной продажи и перевозкой другой контрабанды. Если тебя ловит с кило кокса, получаешь нехилый срок. А бутылку со спирмой, кабибары, так, а деньги за эвакуляты этих крупных умирающих грызунов от валют роскошные. Почти все руководство Вагасов уже за решеткой. Здесь и в Штатах, и в Центральной Латинской Америке. Сетью они управляют с помощью мобильников, и вершина их пирамиды власти довольно плоская.
Так что если отрежешь одну голову, еще 6 уже готовы. Не то чтобы я хотел заниматься уничтожением криминальных группировок, вы же знаете, я сам преступник. Просто люблю как следует подготовиться к своим преступным делам. Тюремный аспект этого дела поможет нам подтолкнуть наш налет на Боинг. Это не их тема, власти полагают, что именно такими вещами они и занимаются. Все ясно? Отлично. Все ясно, кроме бутылки со спермой капибары. Что, прости, за нее отвалят большие деньги? Какого черта, что ты несешь? Мать его. Так, мы тем временем мы подъезжаем к аэропорту. Уже знакомые пенаты. Это пустынная местность, в которой жил Тревор. Ну и по-прежнему, наверное, живет. Я так полагаю. Значит, здесь нас ожидает банда вагусов. Это будет, чувствую я, эпично. Реально, кстати, не знаю, чем привлекательна тусовка на PlayStation 4. То есть, по идее, просто все как общаются в общем чате голосовом, да, наверное, так это выходит. То есть, смысл мне этого, плиз, зайди, подписать. У меня моя гарнитура убрана в коробку, я вообще ни разу не пользовался, по-моему, даже. Ну, достал по приколу разочек, посмотрел и все, убрал обратно, потому что нахрен не нужна. Все равно играю в наушниках, потому что записываю, а в наушниках вакуумных и под ними еще наушник от гарнитуры одевать, для того, чтобы пообщаться с какими-то ребятами. Сомнительное удовольствие, по-моему. Так что как-то так. Так, ну тем временем мы, кстати, подъезжаем. Пора бы, мать его, приготовиться. Как Шону, лютому. Ну что, наверное, начинаем. Давай, давай, пошли, 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 пошли. Вперед, мать твою, из песни. Не пройдено. Один из нас погиб. Обидно. Обидно. Я думаю, что сейчас будет переигровка, наверное. Однако у нас уже 9 уровень. Нам это не помешало получить, да? Или не получили? Не, немножко не хватило. Жаль. Так, ну что. Я так понимаю, быстрый перезапуск нажал. Хост, естественно, потому что, ну, тупо. Приехать, блин, так на ровном месте погибнуть. Потому что мы с вами, ребята, держались молодцом. Даже троих или там четырех убили. Успели. При этом аккуратненько. Главное просто не врываться в самую пекло, в самую бучу туда, внутрь. Лучше аккуратно издалека отстреливать. Целее будем. Потенциальная доля 19 тысяч баксов, кстати говоря. За это задание. Это очень даже не кисло, по-моему. Так, ну понеслась. Бортуют друг друга, ребята, в общем, все у них хорошо. Но мы практически уже на месте, на самом деле. То есть, в принципе, хорошо, что второй раз при проигрыше, или как это назвать, переигровке, короче, скажем так, начинаем мы гораздо ближе. Что он сделал, мать его? Что он вообще творит? Я верю, что уезжаем с аэродрома. И помните, когда вы поедете на этих ублюдков, пути назад уже не будет. Ставьте план, начните его. Каким бы он хорошим ни был, рассчитывайте на упорное сопротивление. Да, это мы уже поняли. Сопротивление здесь, правда, упорное. Ваша главная задача — беречь самолет, только не спешите. По-моему, было нормально. Так, хорошо. Ох ты, твою мать! Что нас взорвало вообще, интересно? Какого черта? Жесть какая, а? Забавно. Валда ЕТ поражение. Я один сдох. Сдохло несколько людей, так что не надо тут мне. Ноль опыта, ноль денег. Блин, обидно. Обидно, обидно. Мы должны это сделать. Просто должны. Просто, блин, надо как-то постараться не подходить слишком близко к взрывоопасным объектам. Таким, как та бочка, которую я взорвал. Опять мы начинаем в этом же месте. Опять эпичная заставочка. Почему они все в масках, а я как бомж одет? В каких-то шортах непонятно. Как-то тупо.
Черт, спасибо. О, нормально. Да садись ты, чтоб тебя подкинуло. Давай. Давай, давай. Ну, погнали, погнали, погнали. Отлично. Такой просто Мухаммед Али, блин. Что у него намотана какая-то изолента, блин. Мать его, забавно выглядит. Так, ладно, подъезжаем потихонечку. Все, ребята, давайте сейчас не будем фейлить. Давайте соберемся и сделаем все четко. Надо надеть маску. А, вот он, в общем, дело. Вот она, как маска одевается. Понял. Я, пожалуй, выйду лучше здесь. Хотя, рановато, по-моему, я вышел. Не подрасчитал чуть-чуть. Хотя, не нормально. Там уже пошел замес эпичный. Надо в нем скорее поучаствовать. Минус один. Минус два. Remember, mission is the plane. Я тебя понял. В кого это я стрелял? Походу, дело ни в кого. Давайте ближе подходить, помогать ребятам, а то чем мы только двоих убили. Как-то маловато совсем. Маловато будет. Сдох он там, надеюсь, что да. Что-то по мне попадает довольно больно при том. Даже не понимаю, откуда. Откуда-то сзади, по-моему. Ох, блин, народу, короче, тут немерено. Амиго! А смотри, какой нам нужно угнать. Этот, не этот. Короче, ладно, я понял. Сегодня я, видимо, полечу. Или нет, не получается мне взлететь. Почему? Не садится он в него просто-напросто. Давай, 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 скорее, скорее, скорее! Так, пока живем. Надеюсь, что он сдох. Ау, 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 ау. Сейчас тоже сдохну. Там еще какая-то тачка подъехала. Ребят, по этому случаю есть бомба, это очень хорошо. Так, ладно, половина жизни у меня осталась. В принципе, я думаю, что нормально. Все, отлично, самолет заводит. Вот это крутяк, а. Главное, на последнем чуваке сейчас не сдохнуть. Это будет очень обидно иначе. Он как бы все еще жив. Самое что интересное. Ну а вот теперь, кажется, все. Кажется, гид Вагасы закончились. Покиньте аэродром Маккейн. Ну тут один должен по-любому полететь, правильно? Вот он, кажется, пошел. Так, все, погнали отсюда тогда в топку. Игрок такой-то забрал объект. Все в порядке. Понятия не имею, куда нам нужно двигаться. Давайте просто покинем аэродром. Нас просят по заданию. Так, собственно, и поступим. Так,
Возвращайтесь в город, либо наслаждайтесь. В общем, теперь дело осталось за малым, только дождаться, пока самолет сядет, я так понимаю, да? Дождаться посадки. Так что пока что просто едем по направлению туда, куда летит он примерно. Не знаю, правда, правильно я делаю, неправильно, конечно, чтобы была эта дорога, потому что она какая-то вообще убогая. Какое-то озеро лютое, надо было сначала на карту нам разглянуть. Ну ладно, уже хрен с ним, уже поехали, куда поехали. Главное, что с собой чуваков катаю еще, двоих. Абсолютно левых. В общем, забавно, забавно. Главное теперь надеяться на того чувака, что он нормально сможет посадить самолет, что все будет в порядке. Да, мать его. Водила, конечно, из меня просто мастер. На самом деле так хочется, чтобы кто-нибудь другой был за рулем, чтобы можно было следить по карте перемещения самолета. Очень интересно, где он сейчас летит. Много ли ему осталось до точки? Ну и так далее. Не спрашивайте меня, что я делаю, я сам этого не знаю. Я думал, там может быть проехать, но не получилось. Ну просто наслаждаемся красивыми закатами, как и сказал Лестер, собственно. Наслаждайтесь природой, либо же едьте в город там и так далее, и тому подобное. Наша цель теперь проста, мы свою задачу выполнили, теперь нам просто нужно выжить. То есть никакие передряги не вступать. И все. Спокойненько кататься и ждать, пока он там сядет. Поездки с игроками плюс 200 опыта. Неплохо. Ну, ребята на паузу оба поставили. Наверное, смотрят за маршрутом все-таки самолета. Лично я бы делал именно так. Поставил бы мне кто-нибудь еще меточку из них. Хотя я не знаю, можно ли ставить метки, если ты не в банде в одной находишься. Может быть, если они поставят, я не увижу. Хрен его знает. Или там с ним в друзьях, допустим. Ну, в общем, как-то так. Ну, как бы то ни было, миссия прикольная, мне понравилась. В итоге, получается, с третьего раза мы смогли только затащить весь этот аэропорт, и то потому, что догадались забиться в ангар, а из него уже потихонечку отстреливаться. Так. О, хорошая идея. Почему бы действительно не покидать бомбы липучки, а? Забавные такие черти просто гонят в джипе по ночной дороге. Да, весело, весело. Хрен его знает, куда ехать, нас им просто еду и все. Просто покатаюсь немножко, покатаю чуваков. Будем все-таки надеяться на то, что однажды этот долбанный самолет долетит куда нужно. Доставил объект. О, да. Вот это, по-моему, просто великолепно. Все, приехали. Будь готов, вы получили приз. Подготовительное задание пройдено. Я получил даже серебро, нифига себе, офигеть, на втором месте. Надо же. И 19 тысяч награды. Как, мать его, с куста. Плюс 15 единиц опыта и плюс еще 2104 опыта такого. Прикольно, очень даже прикольно. Так, хорошо, посмотрим, что будет дальше теперь. Это был только подготовительный этап. Дальше, по идее, должно быть еще интереснее. В
Ну, прикольно видно, что ребята, да, в пати играют, как бы, да, втроем и переговариваются друг с другом. И им, конечно, весело и удобно очень. По крайней мере, они точно знают, кто из них будет управлять самолетом и так далее. И очень хорошо, что пилот все-таки попался нормальный, адекватный, который смог самолет посадить. Что я, например, не уверен, смог бы это сделать. Ну, наверное, тоже смог бы, потому что все-таки в GTA 5 играл, на самолетах летал, там, в этой авиационной школе учился, но фиг его знает. Что-то как-то долго очень грузит задание, ну подождем, куда деваться. Three, two, one. Okay, что это за фигня? Какие-то школьники, говорят опять. Yeah. Такие крутые черти, а? Yep. Чтобы положить деньги на хранение, используйтесь банкоматом. Well, no, I'll try. Oh, he just killed himself. Killing you. I told him to. Why would he do a stupid thing like that? Открыто новое оружие, боевой пистолет. Великолепно. Ну что ж, по-моему, было круто на самом деле. Побег стрима автобус теперь нас приглашают. Давайте сразу присоединимся тогда к этому еще заданию, попробуем его выполнить. Это всяко лучше, чем слушать какие-то голоса непонятно кого. В войс-чате. Их, конечно, можно мутить, но можно мутить по одному, к сожалению. Я не нашел настройку, чтобы замутить сразу всех, кто переговаривается. Но это на самом деле очень глупо, по-моему. Что я бы хотел именно такую настройку найти, чтобы можно было просто все эти голоса отрубить к херам, потому что они только мешают. Да, это там что-то тут толковое скажет когда-нибудь. Уж, по крайней мере, адресованное нам. Скажем так. Ладно, особый карабин по-прежнему. Купим патрончиков немножко. Купим бронежилет и, в принципе, все. Подтверждаем выбор. Что нужно сделать? Угнать тюремный автобус из охраняемого конвоя. Когда сбросите хвост, доставьте его в Сэнди Шорс. У чувака 300, мать его, 29 уровень. У хоста этого задания. Еще с ним играет чувак 322 уровня. Это просто пипец какой-то. Мятежник. Уличный боевой. Не, мятежник пускай будет. О, четко. Так, готов, короче. Я буду вот таким сегодня. Прикольно, вот эти все костюмы тоже добавлены были именно с этим недавно вышедшим обновлением про ограбление. То есть именно на миссии, да, такие вот убираешь такие маски там и так далее, это, по-моему, реально круто. Также транспорта добавили много нового оружия. Ну, в общем, все это очень круто, все нам это еще предстоит посмотреть в дальнейшем. Сейчас попробуем сесть в какую-нибудь тачку, чтобы нас просто везли, мы могли поставить его на паузу, зайти, собственно, в настройки и замутить всех тех, кто переговаривается в данный момент. Побег из тюрьмы, потенциальная награда 19 тысяч баксов. Oh, it's way the fuck over there. Так, ну давайте, пацаны, только просто подвезите меня кто-нибудь. I'm taking the armor. Отлично. Великолепно. Теперь самое время вырубить аудио. Так, голосовой чат или что это? Не то, наверное. Как-то посмотреть тогда сеть. Игроки. Да, вот этот парень. Отключить звук. Отключить звук. Смотрите, два пацана, у которых самый большой уровень, 300 с чем-то какой-то там, оказались двумя какими-то подростками, просто лет по 15 или по голосам. Жестко. Можешь начать школу прогуливать. Тоже такая нифиговая машинка, да? У нас, Катя, смотрите, бронированная. Вообще реально крутая. Тоже, по-моему, добавлена была свинна с этим обновлением грабления. Бронированный транспорт такой. Выглядит она очень эпично. Так, ну тем временем кто-то поставил метку, и мы с вами катим именно угонять тюремный, мать его, автобус. Ехать там 5 километров, но на такой машине, думаю, что доедем мы довольно быстро, если водила не будет тормозить, конечно. Вроде пока водила ведет довольно аккуратно. Что, собственно, не может не радовать. Прикольно, вроде как было написано, что только с 12 уровня можно в ограблениях участвовать, а в итоге получается вроде как и нет. Вроде как и все хорошо, да? Забавно его бутанул чувак, который тоже видит кого-то из членов нашей банды. Девять с половиной уровней мы с вами заработали. В принципе, не кисло.
Главное дойти до 12-го, это такая мини-цель начальная нашего развития. Потом уже будут цели покрупнее, то есть всякие там, допустим, давайте маску пока наденем. Всякие, допустим, там это самое, раздобыть денег побольше, там, купить себе квартиру, гараж, машину там и так далее. Прокачать ее лучше. Вот так вот тачка выглядит снутри. По-моему, неплохо. Хотя обзор, конечно, открывается так себе сомнительный. Тем временем, Лестер дает нам кучу всяких различных советов. Я его приступил прочитать только про то, что самый разумный способ это не танцевать водителя автобуса. Ну, логично, по идее. Так. Ну, пока что еще далеко. Пока что мы еще не доехали, куда нам нужно. Нам еще 2 километра ехать. И то это, по идее, до точки. Автобус-то постоянно движется. Потому что точка, видите, указывает совершенно не туда. Ну, тут бы на твоем месте поехал бы навстречу, чувак. Да-да-да, молодец, правильно. Вот именно так. Ох, там, блин, сразу 3 звезды, нифига себе, на ровном месте. Жестко. Ну, там, кажется, это автобус. О, блин, братюня, что-то ты заехал не туда немножко. Давай, 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 жми, жми, жми. Пока не будем никому стрелять. Гудок у него забавный. Так, ну я пока даже не вижу этого гребаного автобуса. Вижу только вертушку. Странно, что он едет по рельсам. Может быть, его уже захватили, может быть, там уже наши чуваки едут. Все, по идее, возможно. Да, там наши чуваки уже едут. Отлично, мы просто их сопровождаем. Слушай, великолепно, в таком случае можно, наверное, подстреливать копов. Я думаю, что... Не достает прицел. Слишком они высоко. Ну, давай страноземный раз потом шарать. Какого черта? Понятно, одного из нас убили. Задание не выполнено. Блин, а мы уже практически заехали в туннель. Если бы туда заехали, то могли бы скрыться от вертушек спокойно. И все было бы хорошо. Идея-то была очень гениальная, на самом деле, по рельсам гнать. Я об этом даже сначала не подумал. А там же впереди будет туннель. Ну что же, наверное, перезапуск, я так полагаю, да? И вроде как ребята со мной согласны. Ну, неплохо. Попробуем еще попыточку в этой серии. Потом уже будем заканчивать, собственно. Потому что время тоже на серии не резиновое. Посмотрим. Надеюсь, что начнем их, по крайней мере, поближе немножко хотя бы. Очень забавно выглядит наш перс. Вы не находите? Так, я не буду за рулем, просто сяду в тачку. На заднее сиденье. Прикольно. Ну что же, наша бравая команда снова отправляется на это вонючее дело. Которое, кстати, нифига не простое, как кажется. Я думал, там просто автобус угнать, что может быть проще. А его, кажется, там так сопровождают жестко. Там реально охренеешь. Надо реально будет отстреливаться, короче. Ставить микро-ПП и просто отстреливать всех. Кого только возможно. Самое прикольное, что только подъезжаешь к автобусу, у тебя сразу 3 звезды автоматом. Ты даже еще не успел ничего нарушить, никакого закона, по сути, да? Ничего плохого сделать, а уже 3 звезды. Ох, ни хрена, там кого-то подкинуло и разорвало. Прям-таки в клочья. Так, готовимся. Этот вы сделаете зря, конечно. Нафига так делать-то? Это ж, блин... А, придурки. Нахрена было уничтожать автобус, спрашивается, да? Что реально за бред у людей на уме? Зачем было его взрывать, если нам его угнать надо? Я старался аккуратненько выцелить водилу. Чуваки же просто решили взорвать все к хренам.
Лидер вышел в свободный режим? Я так понимаю, значит, да, все, свободный режим. Ну что же, ограбление отменено. Он понял, что наша команда идиотов не сможет ограбить этот автобус, ну, точнее, угнать его. Ну, собственно, может, оно и к лучшему, потому что как раз-таки пора заканчивать съемку, пора заканчивать серию. Надеюсь, что вам понравилось. Вот посмотрели, наконец-таки, на ограбление. Хотя, конечно, это только самое начало еще. Там впереди дальнейшие миссии гораздо эпичнее. Собственно, само ограбление впереди, да, то есть планирование дел пока что было. Подготовка даже к планированию, я сказал бы так. То есть угнание транспорта. Но, тем не менее, мы поучаствовали в больших заварушках, которые нам, по идее, еще даже недоступны по нашему уровню. И получили на этом неплохо так бабла и опыта. Так что я считаю, что серия получилась вполне успешной, в отличие от предыдущей. Если вы тоже так считаете, то ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал, кто до сих пор этого не сделал, потому что здесь куча всего интересного. А также, конечно же, комментируйте видео, пишите свое мнение. Мне очень интересно будет его почитать. Ну и спасибо вам большое за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.